Чи існує загроза для вводу військового контингенту та що таке стандарти НАТО? На питання студентів та військових відповіли представники української делегації Північно-Атлантичного альянсу та Національного інституту стратегічних досліджень. В наступному році між українськими вишами планується проведення цілого сезону стратегічних ігор. А через два роки до України має завітати парламентська асамблея НАТО. Основные проблемные вопросы, которые являются своего рода мифами, да, которыми нас питали уже достаточно давно, и сейчас основной багаж информационной нашей деятельности направлен именно на то, чтобы эти мифы развеять, в том числе и участие в военных операциях, в том числе и проведение референдума, надо, не надо, каким образом это регулируется с нашим законодательством, в том числе и относительно привлечения войск НАТО для участия в операциях, допустим, против России. Российской Федерации в Украине. То есть много мифов, которые нужно развеивать.